Из-за милой внешности Бибигуль Актан многие режиссеры и продюсеры предлагают ей исключительно роли нежных и гламурных девушек. Но сама актриса всегда мечтала появиться на экране в образе дерзкой и сильной героини, такой как Анджелина Джоли. Чем сейчас занята звезда и как она намерена достичь желаемого, узнаем в материале нашего корреспондента. Казахстанские актеры и актрисы нередко ассоциировались с голливудскими звездами. К примеру, Санжар Мади с Леонардо Ди Каприо, а Таукель Муслим с Джорджем Клуни. Теперь у Анджелины Джоли есть свой аналог в нашей стране. Ею стала Бибигуль Актан, но в отличие от вышеназванных актеров, такое звание ей присвоили не зрители, а мы. Причиной этому стало то, что молодая актриса давно мечтает попробовать себя в экшн-боевиках, но пока подобные предложения от каких-либо режиссеров или продюсеров не поступали. Очень часто это драмы и комедия, наверное. Но у меня были фильмы ужасов, триллеры, также были исторические фильмы. Больше всего я хотела бы попробовать себя в жанре экшен, такого блокбастера, да. А причина любви к таким картинам очень банальна. Бибигуль с детства является фанаткой боевиков. Кумир моего детства – это Анджелина Джоли и фильм «Лара Крофт». Вот, когда я была маленькой девочкой и первый раз посмотрела этот фильм, я хотела быть похожа на нее. И этот жанр мне подходит по темпераменту. Я люблю активный отдых, спорт. Я тренируюсь с каскадерами на мат. И я думаю, что именно в этом жанре мне хорошо получится сыграть крутую девчонку. В свои 27 лет актриса может похвастаться внушительной фильмографией, которая содержит картины различного жанра. Актан успела проявить себя в роли жертвы, гламурной девушки и лиричной героини. В своем характере я могу найти разные стороны. И для милой девушки, которая стала жертвой ужасных там жизненных обстоятельств, или наоборот для какой-то гламурной стервы, такой коварной. Но именно ближе всего и больше всего хотелось бы попробовать себя в жанре экшен. Надеемся, когда-нибудь Бибигуль удастся воплотить свою мечту в реальность, и она докажет, что ее милое лицо может быть и дерзко привлекательным. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых интересных новостей. Гуляйна Аксункар, Азамат Мадияр, Headliner.